Привет всем стратегичным жевжикам планеты Земля. Вы бачите головного, не, верховного стратегичного жевжика Алексейчика Граюнчика. А это значит, что вы на канале Лёша Грая. И бачите продолжение моей гульни за Юнле с Китаю на апошнім узроўні цяжкасці на божестве. Нешта ад маёй беларускай мовы нават веб-камера замерзла. Так, ну, если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, там и рассказ, что мы тут делаем, что вообще происходит, и ссылка на сейв первого хода, чтобы вы все могли сыграть параллельно со мной. Спонсоры канала все видео видят сразу в специальном плейлисте, ссылка на него в описании, в прикрепленном комментарии к этому видео. Тоже переходите, все смотрите. И давайте продолжать. Мы, во-первых, вышли в темный век. Ну, исход евангелиста. Кстати, можно вообще попробовать Корею обратить с другой стороны. А что, интересно, как вот индуизм вот сюда попал? Это же, ну вот, Индии, да, как вот он распространился, вот эти города не распространены, а тут они есть. Наверное, просто дошел туда какой-то миссионер. Не знаю, брать ли монументальность. Ну, можно еще, здесь живут драконы, мы же сейчас поплывем. Районы тоже интересные. Давайте найти, что здесь живут драконы. Мы всего одно чудо нашли и всего, наверное, два континента. Да. Давайте здесь живут драконы. Мне кажется, больше очков наберем. Потому что тут 3 очка за каждый континент и чудо природы. Это, по-моему, круто. Так, открыли каравеллы, я так понимаю. Ну, апаем. 240, конечно, дофига, но наемники у меня не открыты, поэтому я не могу дешевле сделать. Открыл я сейчас теократию. Ну, надо поставить теократию. Это нам, во-первых, соседство для промышленной зоны уже можно поставить. Ну, содержание юнитов, наверное, нет. С вассалами у меня там 2 юнита. Да, ладно, давайте, наверное, содержание тогда поставим. Действительно. Стоп. Вот новые строители 2.10, я думаю, можно убрать. Во, изоляционизм давайте поставим. Внутренние торговые пути побольше. Нам не нужны ни поселенцы, ни основания городов. Отлично. Так, апгрейдим в галеру. И начинаем. А, надо только на ровной местности строить. Но это странно, кстати. Если кто видел Великую Китайскую стену, видел, как она по горам вот так вот. Ну, даже не по горам, по холмам. Ну, как минимум по холмам. Я даже сказал, что и по горам она где-то идет. И то, что ее нельзя на холме... Подожди, или это не холм? А, это не холм. Подожди, а почему тут нельзя тогда построить? Что-то не пойму. Подождите, что-то мне непонятно с Великой Китайской стеной. Что за проблема? Ну, написано, лук можно ставить. А, только вдоль границы империи. А вот это, кстати, проблемка. Ну, ладно, ставим. Ставим. А, значит, здесь надо ставить пока. Видимо, надо купить клетку, но... Но вообще жалко мне. Я хочу апнуть еще одну галеру. Тогда пока постоим. И дальше замки откроем.
Так, тут вырублено, вырублено. Давайте сюда ферму поставим. Наверное, уже вырублю этот лес. Тем более, побыстрее промышленная зона тогда создастся. Так, вот этот тропический лес мы не трогаем. А вот это болото, наверное, трогаем. Гавань маяк. Маяк завершен. Ну, раз маяк завершен, может тут тоже типа расти до 10 жителей быстрее через пищу. А, ну, в общем, мы тут нифига не набрали. То есть, а если я сейчас дам, интересно, Токугаве хоть какую-то денежку, она засчитается? Ой, я у него прошу. Подожди. Давай. 50. Ну там 0 ходов осталось. Мне кажется, уже не засчитается. Сейчас посмотрим. Либерализм уже в Индии. Чем прочнее границы, тем добронравие соседи. Не засчитала, отлично. 2 очка дипломатической победы. Это я вовремя заметил. Блин. Надо что-то продать. Есть у нас что продать? Так, лошади никому не нужны. Железо. А можно... Вот так, 28. О, зашибись. Бури где-то там бушуют, у нас никаких бурь. Нет, тут я не хочу стены строить. Ну, ждем, когда клетки присоединятся, получается. Две мастерские надо для ускорения индустриализации. А великого ученого я тут, наверное, вряд ли получу. Все читают на великого ученого. Блин, ну 6 зарядов, знаете, что ли, ферму тут пока поставим. Тут я не хочу великую стену. Хотя вот тут можно будет, если вот это присоединится, вот эти клетки. Так, Канди все еще мой союзник. Я просто все надеюсь реликвии пополучать за счет Канди. Так, а мы, кстати, можем теперь еще гурдвары покупать. A diplomat is a man who always remembers a woman's birthday, but never remembers her age. Постоянное посольство. И шпионы быстрее делаются. Давайте, наверное, это поставим. Шпионов поделаем. Так, постоянные посольства в Японию и к Индусу.
Ага, вот этот мы этой каравеллой откроем континент. Тоже можно же скаутом плыть туда куда-нибудь. Так, тут пока не... Ну, я это не буду вырубать, конечно, потому что соседство для священного места. Но и лесопилки я тут не могу пока делать. Это мне в меркантилизм надо. Ладно, давайте, наверное, наемники откроем. Сахар могу продать. Так, а вот давай мы тебе только сахар, если продадим. 4.11. С шоколадом тоже 4.11. Ну давай. Нормально, меня устраивает. Так. Ну надо образование, потому что мы это ускорение не получим. И при помощи копья мы тоже никого не убьем. Что я думаю, прям в индустриализацию, только через образование. Хотя банковское дело можно еще открыть. Так, давайте образование, банковское дело, а потом уже в индустриализацию. Блин, надо тут собрать... Я думаю, кукурузу и поставить стену. Может, здесь вокруг вулкана стены, кстати, организовать. По приколу. Блин, все равно, даже несмотря на то, что я в темном веке, а Корея в героическом, все равно этот город почему-то ко мне отваливается. Блин, выглядело как будто здесь чудо должно быть. А это, видимо, горел лес. Других идей нету, почему здесь две культуры. А, стоп, чеченица, наверное, да, вот же, чеченица. Хм. Да, в пустыне, конечно, ставить города, чтобы вот так их гадило потом. Ну, смотрите, я уже практически догнал Корею. Наверное, не меняем ничего. Ну, я присоединяю город. И что, я начинаю теперь отваливаться в пользу Кореи, несомненно, да. Ну, надо, наверное, туда пересадить... Блин, мне бы Амани на самом деле сначала просто взять. А для этого надо... Ну, я часовню великого магистра хочу, наверное, за веру покупать юниты. Шесть ходов, да, чтобы... Амани. Давайте, наверное, Лян из Ченя пересядем, потому что мы 10 жителей тут сделали. Чень опять тоже заработал. У меня уже 3 города больше 10 жителей. Рабочих мы не покупаем за веру. Так, тут можно, кстати, сменить производство. Так, и тут дамба готова. Нам надо купить... Что нам тут сделать, чтобы... Ну, понятно, монумент купить можно. Потом нам надо сюда распространить религию, так что все-таки надо купить миссионера. Вот только здесь. Это тоже добавит. И юнит надо.
Перебросим. О, ГГшка там. О! 3 очка устремления благодаря новому континенту. Ой, блин. Лишнюю вниз спустился. Это варварские. Так, а почему? А почему эти юниты остались? Что-то я не понял. Чучхон же. Они же вроде исчезали или нет? Или это я напридумывал себе? Так, ну тогда мы не подходим пока сюда рабочим. Давайте я вылечусь и поплыву скаутом в ту сторону. А, что ж тут строить? Кампус на 8. Просто потому, что он не работает для... То есть у Кореи он был на 2, ну или на 4 с карточкой, а у меня на 4 или на 8. Амбар давайте. Рынок или караван лучше? Караван давайте в Нанкине. Нормально так, минус 6. Даже с губернатором и монументом. The purpose of education is to replace an empty mind with an open one. Блин. Пока отступить рабочим. Так, лес надо собрать, да? Так, лесопилку не хочу вырубать. Вот лес и на кампус действует. Как можно вообще постоять, я думаю. Этим подойдем. А, тут уже построено. Красивые, конечно, стены у Китая. Но их лучше на лугах, чтобы там две еды было. Наланда первый встретил. Две науки и одно жилье. А, это махавихары. Не, вот так подойду. Йоханнесбург не первый. Ну и континент, я так понимаю. Или это еще один, пока только один нашел. Да. Калахарию. Не, ну то, что я в героический выйду, мне вообще никаких сомнений не вызывает. Так, здесь у нас жилье есть, но нам надо до 10 довести. Давайте, наверное, амбар все-таки тут сделаем. И потом можно чисто на еду включать все. Так, храм, что-то я забыл гурдвары купить. Кстати. Гурдвара. Курдвара. $215 стоит, да?
А, уже религия света распространилась. Что это снимет немножко... Так, скидку вот это я поставлю, чтобы апнуть лучников. В арбалеты. Видите, 4,3. Было что-то 5,6 или 6,5, я уже не помню. А 4,3, потому что религия распространилась. Что тогда в Гонконг распространять, я думаю. Так, этого в арбалет. И этого в арбалет. Еще и Наланда это хотела. А что еще? Обратить в веру Вильнюс, проложить торговый путь Махенджо-Даро, полководца, создать военный лагерь, нанять полководца. Что-то все на полководца как-то зациклены. Так, а вот почему здесь невозможно поставить... стену. Кто-нибудь в курсе? Она типа треугольничком не делается или что? Ладно. Не, ну так нечестно. Я бы тут тогда лес не вырубал, наверное. Так, ну железо в четвертом радиусе, наверное, нету смысла дотягиваться. А вот этот лесок можно вырубить. Так, теперь вылазим опять. Я вот тут стены хочу поставить. Вокруг. Так, вот этот, наверное, караван давайте из Синджэня отправим. О, руинка. Надо будет капером сплавать. Так, тут мы убьем чувачка. Ну, а что он ко мне полез? Я ему ничего не делал плохого. А он что-то такой... Чё ты тут? Чё ты тут? Ну я ничего, я просто мимо шел. Просто плаваю, исследую территории. Так, ну время... Нет, давайте еще торговца продолжим. При помощи квадриремы... Так, 4 торговых пути. Ну, вообще, следующим ходом как раз будет. Махабодхи храм. Может, и мне укрепить религию? Это, мне кажется, в моем случае гурдвары круче, чтобы, ну, рос. Росли города, и начинала способность Юнле все круче и круче работать. Да, мне как-то не хватает счастья, конечно. Надо бы начинать уже покупать ресурсы счастья. Такое ощущение, что они как-то рядом с рекой не строятся. Вот здесь я не мог построить. Ну, тут уже границы ушли. Я понимаю это. Но мне кажется, должна была мочь как-то построиться. Все равно. Так. Минус 3,9. Тут еще за счет увеличения городов должно снижаться. А вот и Удзетянь, самая грозная и любимая императрица Китая, единственная императрица Китая. Ну, я бы с вами поспорил, уважаемая Удзи, но не очень у нее.
У нее не очень. 23 техи. Я уже второй, кстати, по науке. С нашим развитием. О, а вот и реликвия подоспела. Кровь мученика. Так, мне хватает этих храмов пока. Кстати, нужен храм. Канди вообще в тему. Торрес Дель Пайн, кстати, крутое чудо. Удваивает базовую продукцию всех клеток, и компьютер вокруг него районы ставит. Чудеса. Типа... Ну, правда, это холмы пустынные. Тут, конечно, удваивание вон два производства делает. То есть, такое, честно говоря, слабенькое удваивание. Хотя, знаете, что удваивает мою производительность в два раза? Ваш лайк и комментарий, который вы оставите под этим видео. А если будет еще и супер спасибо, спонсорство, или что-то вы мне пришлете через PayPal или криптовалюту, я буду... Моя производительность даже в три раза возрастет. Большое спасибо всем за поддержку. Не забудьте подписаться, если вы еще нет. И где-то тут еще появляются ссылки на мои социальные сети. Загляните, подпишитесь, лайкосик, комментосик. Спасибо. Будем соседствовать с театральной площади. Два к жилью. Наверное, нету смысла ничего этого ставить. А вот скидку можно снять. Давайте что-нибудь апнем еще. Какого-нибудь... А, денег нет, нет, есть. Что, не хватает? Железа не хватает? Одной единицы железа не хватает, блин. Ну и ладно, ну и пожалуйста. Ну и ладно, и пожалуйста. 4,2. Мы когда сюда поставим арбалет, еще снизится. Что-то реально не понимаю, почему я могу... Здесь, например, стену ставить, а вот здесь я не мог. Почему я его тут не могу поставить? Это ж границы. Так, тут давайте тоже врубим еду. И дорастем до 10. И в кайфене, кстати, тоже можно. Проверим. Тут видите, как не хватает сильно. Так, тут... Торговца или шпиона строить? Почему у меня на шпиона стоит? Давайте шпиона построим. А торговца, например, здесь. Ну вот на лесах, я понимаю, нельзя строить. Там даже было написано. А вот почему на других клетках нельзя, мне не очень понятно. Ладно, поплыли, наверное, рыбу вот эту обработаем. Так, этот караван мы... Ну, из Гуанчжоу бегает, из Синьчжаня бегает. Наверное, из Чхунчхона этого отправим. Так, капнем разведчика. И вот теперь можно карточки таки поменять. Давайте плюс одно довольство в городах с гарнизоном. Это как раз на Чхунчхон еще сработает. Мы приведем сюда арбалет, и это еще добавит довольство. Так, мы нашли всего два чуда. А должно их тут быть 5, по-моему. На подобной карте. Ну, по-моему, от половины от количества участников. Не, пока, наверное, никуда не отправляю.
Ну что, Амани? Последнюю заберем. В чень. Да, ну я тут в героический просто выхожу еще даже до возможности. Просто очень быстро. Зато несчастья у нас много. Кто-нибудь продаст мне какой-нибудь редкий ресурс? Черепаху я обработаю. Вот пряности. То есть я должен за 140 и за 20 вход покупать. Либо за 240. Либо за 340. Ну вот может накопить и следующим ходом за 340 у Кореи купить. Так, что это там за эти апостолы индуистские приперлись? Ой, там какое-то внеочередное предложение. То есть мы не встретили еще троих китайцев, получается, так? Кхмера и Вьетнам. Мне кажется, там Вьетнам круто идет, скорее всего. О, Цин Шихуанди, великий, один из братьев-близнецов. Так, что у него, 73-60, плоховато. Плоховато. Как они со вторым Китаем взаимодействуют? Очень, очень не дружат, очень ему не нравится Китай. Чуюся, тут, наверное, не будет проплыва снизу, мне кажется. Наверное, лес оставим. Я иду вообще увел сюда стену великую ставить. О, уже не отваливается чучхон, отлично. Всех городов до 10 доведу жителей. Так, ну тут явно в Корею надо посылать. Там и наука есть, и деньги есть. Тут наконец-то Пенгалу. Наверное, на культуру все-таки сначала. Такая, можно строить на границе, но у меня получилось в центре империи. Но вообще, тоже, как в настоящем Китае, считайте, что вот это были манчжуры, которые на Китай нападали, захватили, стали императорами, но... Кстати, по-моему, Юнлэ как раз и манчжур на самом деле. Я не уверен, не помню по истории, но, по-моему, он сам по себе манчжур. Вообще, давайте глянем, не написано тут... Ну, написано, что он был ханьцем, тут пишется. Хотя его мать вроде как наложница кореянка, так что такое. Есть несколько вариантов. Так, какой город у меня еще не соединен дорогами? По-моему, все соединили. То есть, в принципе, можно отправлять в Индию, наверное, уже караваны. А кто-нибудь из городов-государств хочет, хотит караван? Махенджи-Даро.
Ну, честно говоря, неохота как-то. Буду из Пекина отправлять. И Тянчжоу. Пионов Ченя. Покупаем Гурдвару. Можно, наверное, уже апостолов начинать покупать для укрепления религии, я думаю. Давайте. Посмотрим, что там осталось. Часовня Великого Магистра построена. Ну, тут тоже надо до Гурдвары. Священное место улучшить. Так, нет, тут тоже давайте пока улучшим. И я хотел купить... По-моему, я потратил денежку сейчас куда-то. А, вот, тут подешевле. За 200... Не, подождите, черепаха мне не нужна. За 340, во. Понимаешь, у нас в 10 раз я должен увеличивать то, что мне... Подождите, а зачем я купил? У меня вот пряность. Я вот купил и подумал, у меня же пряность где-то была. Молодец. Ну, в общем, пряность можно не обрабатывать. Хотя можно обработать как раз промышленное производство поставить. Надо купить здесь рабочего просто в Чунчхоне. А этот у нас будет стену ставить. Блин, я что, все еще до сих пор не найду другой континент? А, нет, нашел уже какую-то... вот это что? Пангея Ультима. То есть за это мне тоже 3 очка дали. По-моему, я еще ни одного чуда даже не построил. Наука за каждых последователей... Культура зак... Я бы, наверное, культуру взял. Или науку. Нет, давайте науку. Чисто в науку. Мы ж тут не играем через какую-нибудь туристическую победу. Что-то в Унсу боль. Нет, ну давайте я все-таки в города индуса попрокладываю. И в Калькутту, чисто чтобы дороги были. У него какие-то слабенькие города, ведь и мало дают денег. От верования 23 науки. О, еще континент, и еще 3 очка за это. Ну вот, по-моему, теперь я уже все континенты нашел. Хотя, 5 континентов. Мне кажется, да. Хотя я не уверен. Жилья не хватает. А, так все, тут 10 уже жителей. Мне тут и не надо больше. Да, вот эта фигня, конечно, Лидзя. С этим бонусом очень сильно коррелирует. То есть я просто за счет этого проекта довожу до 10 жителей, и у меня уже очень-очень серьезный плюс ко всему, что у меня в городах есть. Тут у меня 8 городов, я сейчас доведу до 10, вот просто сами посчитайте. 8 городов, пускай 10 жителей, я даже больше не буду брать. 80 жителей, да? И это получается 80 науки, 80 культуры и 160 денег вход. Вход. И это еще добавляется к бонусу, ну просто, что каждый житель 0,5 науки дают и 0,3 культуры.
Охренеть. Ну, здесь давайте тоже просто включаем эту лидзя, пускай растет город. Что очень круто. Блин, надо было апостола еще одного купить. Черт. Чтобы уже укрепить окончательно религию. There is little man has made that approach. You must not lose faith in humanity. Опять чуть-чуть он начал утрачивать лояльность. 0,7. Ну что, сейчас он вырастет тут. Кайфен вырастет. Один ход. Следующим ходом присоединиться, потом я выкуплю эту клетку тогда. Так, универ. Ну, банк, наверное. Что-то очень длинное тут. Сколько у них городов? У Диньтау 1, 2, 3, 4, 8. У Цишихуанди всего 5. Такое ощущение, что вот все эти 5 городов вдоль побережья находятся. О, какой-то остров. Кстати, а меня, может, первым встретил Бандар Брюнай? И что тут и Ганди плавал, фиг знает. Может, мне этим скаутом вот сюда за руинкой сплавать лучше? Блин, все, проплыв закончен. Жаль. Ну ладно, у меня с той стороны скаут еще плывет. Как-нибудь переживем. И меркантилизм, наверное. А великого торговца у нас есть шансы. Вообще могу купить. Кстати, Джоу Дагуань, это с нашего же государства. Трех... послов в выбранном городе, в Махенджи-Даро можно будет отправить. Ну или Канди добить до 7. Может, его купим просто за веру. Блин, а тут еще на чудеса прикольный чувак. Ну, он, мне кажется, и так наш будет. Давайте Джоу Дагуаня купим. Просто, чтобы меркантилизм еще при этом ускорить. Он вроде неплохой. Так, я вот это шпионов бы заменил на учетные банки пока. Странно, почему-то вот у меня бегают апостолы и миссионеры индуистов, но ничего он даже не пытается конвертировать города мои. Так, давайте, наверное, заключим дружбы. Со всеми на нашем континенте. Но союзы не будем. Как у них между собой отношения? Ага, у этого война с Кореей, отлично. Но он Фукуоку, походу, возьмут все-таки. Блин, походу, невозможно проплыть там на ту сторону. Ну, у нас ничего тут. У нас тут стрелок, разведчик плывет. Все мы откроем. Все увидим, все откроем.
тут храм дострою, тоже начну до 10 выращивать. И это же еще благодаря этому мы можем быстрее районы строить, вы понимаете? Я считаю, что это очень прикольно так в горы. Очень, очень крутая способность. Я думаю, что чуть ли не сломана, честно говоря. Потому что, ну, а как вы помешаете ее воспользоваться? Вообще никак. I suddenly understood much better what I liked about a market economy. Так. На корабле нет, мне каперы надо построить. Плюс один перемещение. Ну, наверное, все-таки вассалы оставлю пока. Пока так пускай будет. Могу теперь лесопилки в тропических лесах делать. Так, можно, пожалуйста, право прохода? Спасибо. О, еще один Цин Шихуанди. Так. А у тебя что? Вашингтон? У нас разве Америка есть? Знаете, мне такое ощущение, что просто на всех китайцев уже не хватает названия городов. И это Вашингтон, типа... Ну, то есть пошли названия из других цивилизаций, прикиньте. Но у этого культуры дофига, но зато науки очень мало. Слушайте, они тут вообще очень рядом как-то появились. Два Ци Шихуанди. Так, апостола не хватает пока. Правда, я купил Гурдвару, уже на апостола не хватает. Так, давайте все-таки амбар сделаю. Храм завершен. Промышленная зона. Наверное, центр коммерции надо ставить. И дальше. За торговую республику я не хочу. Наверное, просто через просвещение без трех великих людей. Или взять еще. Так вот же будет третий великий человек, получается. Да, давайте. Два хода как раз ускорит просвещение. Потому что у меня один пророк, второй я купил вот этого вот чувачка, и третий будет, собственно, этот инженер великий. Но мы уже точно выходим в героический век, точно у нас великие люди, мы раскочегариваемся только в путь. Так что я думаю, это хорошее место, где, на котором можно закончить серию, продолжение. Завтра спонсоры канала могут поискать прямо сейчас в плейлисте. Спасибо еще раз спонсорам за поддержку. Не забудьте поставить лайк, не забудьте написать комментарий, как у вас впечатление от этого лидера. Супер спасибо, спонсорство это уже как вам захочется. Спасибо, что смотрите, играйте в умные игры. Слава Украине, живи Беларусь, всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.